Здравствуйте, вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Валерия Шикунова. Продолжаем разбирать фотографии, которые нам прислали телезрители. И от Елены Козловой, к примеру, узнаем, что в то время, как на календаре у нас осень, на улице Шишкина наступила самая настоящая весна. Вновь зацвела черемуха. Уже не первый раз в этом году мы во дворе дома номер 8 по улице Технической. У них здесь на детской площадке опять новосел. На этот раз крот из детского чешского мультфильма. Сцена из серии «Крот и арбуз». У тех, кто сюда приходит, возникает два желания – пересмотреть этот веселый мультсериал, ну и, конечно же, сфотографироваться с милым кротом. Где-то неделю назад жители дома номер 10 по улице Инженерной сообщили нам о том, что у них под окнами валяются рухнувшие деревья. Мы тогда были в отпуске, поэтому приехали сюда только сейчас. И первое, что нам бросилось в глаза, это лежащая практически поперек дороги бетонная опора. Как нам рассказали, ее зацепило дерево в тот момент, когда падало. И это уже не первый случай. Незадолго до этого, буквально в нескольких метрах, рухнул такой же огромный клен прямо на фасад дома, разбив при этом окна на третьем этаже и проникнув ветками в открытые форточки. Первое дерево упало в 3 часа ночи, было очень страшно. У меня спит маленький ребенок у окна, как раз у этого. Самое главное, что она, видимо, у меня устала, старшенькая, это как бы не слышала ничего. Но мы с мужем подорвались, думали, что сначала кто-то, может быть, хулиганы какие-то разбили окно. Но когда мы открыли шторку, мы, конечно, обалдели, что у нас в окне дерево. Первое дерево убрали довольно-таки быстро, второе немного полежало, потом его распилили, но вывезли частично. А вот про опору, видимо, все забыли. Тем временем ребятишки, выходя из школы, начали использовать ее как место для отдыха, рассаживаясь на опоре, словно воробушки. Когда работаешь сутки напролет, а отпуск не положен, то можно и устать. Что, видимо, и произошло с дорожным знаком на улице Макаренко. Он пока еще немного функционирует, показывая водителям, что здесь поворот. Но позиции уже почти сдал. И вернуться на место без помощи специально обученных людей сам вряд ли сможет. Ни в коем случае не забывайте о том, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. На этот раз победитель получит в подарок платежную карту от парка развлечений имени Горького, на которой уже есть 1 000 рублей. Парк Горького работает круглый год, без выходных. Колесо обозрения, кабинки у которого с подогревом, ждет вас ежедневно. Смотрите на город с высоты птичьего полета в любую погоду. Ну а сообщение для дежурного передавайте, как всегда, в нашу информационно-справочную службу по телефону 2-630-300. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи.